Держи. Блядь! Мы тоже скатываемся, блядь. Ножки. Блядь, пизда! Я что это сломал? Ох, нихера себе! Цепь слетела. Так, ну чего? Сегодня у нас такое. 3 сентября. Все календарь перевернули. А, прохладненько сегодня. Но я купил термобелье. Мне уже, в принципе, нормально. Ну и солнышко влазит, так что будет теплее. Сегодня едем в Дубровицы. Сейчас проедем вот муравейник наш. И затем через Бородино в Дубровицы. Под мостом там съедем. Тоже есть много локаций там прикольных. Ну что, начинается мотокросс. Большие. Ой, хорошо, руки забиваются. Сейчас заедем до Дубровицы, там встретимся с ребятами под мостом. И поедем по лесам Дубровицы кататься. Хорошо, хорошо, я вспотел прям. Белка, нифига себе! Я думаю, кто это? Так быстро пролетел просто, наверное. Когда катался, постоянно вылетал с него, не мог заехать. Вот этот подъем. Ой,
Четко прям кайф. Вот это лучше, чем в жару кататься. В жаре катаешься, запыхиваешься весь просто. Мы вообще в сторону уехали. Че, не туда поехали? Конечно, мы уже, считай, напротив Щапова, блядь. И че? Нам сейчас, если по той дороге, мы сейчас выйдем на этот, как его, на Батыбина. Смотрите, какой интересный пруд. Тут место вот для рыбаков, что ли, сделали. Выехали мы на дорогу, но по-другому никак не получается. И сейчас доедем до моста, и по ним расходим. Нам же где-то здесь, да? Здорово, Денис. Здорово. Ну, поехали. А вот там мосток уже. Они, мы только подъехали. А, мы сейчас локацию пересмотрели и сюда поехали. А я вот тут вот прям на сей стоял. Я думаю, вы можете отсюда, думаю, поеду вас поищу. Ага. Сейчас давай домой. Давай. Да, там народ убирает. Я помню этот брод. Он тогда был лучше. Серега Мальчислав стопил. Путь катим. Прикольные горки. Ну что, на горку прокатимся? То же самое, ну что, программу прокатимся. Блин, я не привык по песку катать, вас все носит туда-сюда. Вот что. Я приподнимаю. Поехал. О, нифига. Что, надо пробовать? Давай. Ты первый? Я попробую сначала вот ту.
чё, мне теперь вниз только, блядь. У меня стартер залипает и почему-то крутит потом опять. Мы выдвигаемся в Дубровице. Вон сколько нас народу сегодня. 12. 12 человек. Тащили, потом ребята придумали вот способ колесо об колесо, тоже не безрезультатно. Аккумулятор у меня сел, в итоге, когда вот все минатку подключили, тогда он завелся, все нормально стало. Первый поток, поехал. Тормоз там главное задний пережать и передний. Спускаемся. Сразу вниз, давай! На второй. Газ передаю. Мне сейчас что-то вообще не везет. Эти горки. Жди меня.
траектории поехал. Я еще такой стою, думаю, хоть бы не меня. Такая здесь крутая горка прям. Склон хороший идет. Он накатанный уже. Так, погнали второй. Ой, хорошо, красиво. Вообще красавчик! Давай колесо не поднимать, что он переднее. Вот. Хорошо пробежал. Опа! Тихо. Да, нормально. Сука, почти, блядь. Ты этот, надо было прям разговаривать посильнее. Нам на вниз. Да, вниз. Вниз? Я держу. Так ты сейчас охуеешь, да, тут конечно. Давай я тебя придерживаю. Все, давай в путь. Стоп, ложи направо ложи. Ложи задницу на спину. Ты, мы тоже скатываемся, блядь. Не бери. Ты чуть-чуть назад сядь. Назад сядь, да, жопа. Назад сядь, сейчас перевернешься на себя. Давай. Я, блядь, ну. Давай, делай контент. Блядь. Все? Ты уверен? Давай. Да, плохо, давай. Уверен, нажимай потихоньку. Мне страшно за него. Бля, мы сильно впереди садимся. Да. Блин, тут сейчас скользко, сами падаем. Кто там курву хотел? Ну, надо будет чуть повыше хоть. Стой, стой. Сейчас поможем. Тихо. Бен, ты чё, сука? Мы точно держим? Ну, я держу. Все, нормально. Блин, как мне страшно за тебя, как ты скатываешься. Давай в путь. Бля, он обезбашен. Нет, без тормозов, всё залез. Едем дальше. Да, но горки тут прикольные, Дубровицы. Давай. Да я, блядь, вон на повороте потерял немножко. Так, ну мы с ребятами дальше не поехали. А, блин, они в Дерено едут. Приделились, мы едем в сторону Батыя. Ну и там в сторону Подольска до дома. Возвращаемся обратно на карьерку. Сейчас покатаемся.
затянута была. Чего случилось? Ебало. Ну вон, видишь. Здорово. Все провода перебил генератор. Бля, а мы думали, что ты остался. Цепь там на горе слетела. Я в последнюю горку заехал. И пиздец. Вы как раз остались и поехали. Я его в толкача заводить, он не заводится. Ёпта. Ебались просто, головки не было. Быстро бы уже сделали. Открутить болт не мог. Я его все четыре провода, видишь, перебил оно. Датчик холла, блядь. Надо было звякнуть. Да что там, ну я, ну вроде вот. Разобрались, хорошо. Ну что, нормально или еще не заводил? Я уже заводил, он ды-ды-ды-ды-ды, блядь. Видимо, вот в этом желтом еще проводе проблема. Сейчас попробую еще раз заведу. Выбрал уже? А? Жертву выбрал? Да. Давай. На первом. Эх, я на второй залетал. В репейнике будем. Ой, сколько тут колючек. Мы где? Это что, у нас карта эндуро? Направо. Я не вижу. Очки слетели. Блин. Я сцепу сломал. Да. Пиз, сука. Бля, я ручку сцепы сломал. Вот, походу, моя поездочка и закончилась, блядь. Ну, кому-то иди. Не знаю. Так, ну что, я починился. У Тёмы была запасная ручка, вот её поставили. Мне повезло. И едем дальше. Приветствуются, с ними здороваются, всегда пальцы вверх ставят, респектуют, в общем. Вроде, да, вроде, наверное. Я все. Блин, столько репейника много, на тебе. Мешается. Вот здесь вот овраг наезжал, слышал? Вот здесь овраг, где этот... Гоша! Руку сломал.
Гоша, Гоша. Да. Поехали. Поехали, бля. Вот тот овраг, где руку сломал. Можно ехать на полной катушке. Классная дорога. По асфальту туда ездить. Блин, не по асфальту, там по полям можно было. Да, но по полям неинтересно. А тут бревна, всякая херня. Ох, нихера себе. Нормально? Ну, блин, бревном не так. А вон там лево можно проехать, там покороче. Да нет, надо преодолевать. Не, надо преодолевать, давайте, парни. Сегодня у нас такая лайт-покатушка. Мы просто проезжаем, все. Были горки, грязи нет. Я даже не устал. Либо я уже настолько покатался, что не устаю. Обычно после покатушки просто все соки тебя выжимают с покатушки. А сегодня все нормально. О, прикольненько дерево. Так. Не гибайте голову, если за мной. Арматура бы что нахуй взялась. Да, бревно. Пропусти меня вперед. Я тоже хочу на еду.
меня с ручкой, блядь. Да что-то ручка тяжело стала. Что, едем? Чуть-чуть назад. Надо, чтобы цепь встала. Еще чуть-чуть. Еще, во-во-во, еще. Давай. Еще? Во, все. Все. Да. Бля, что у нас скачило? Оно вроде нормально натянут. Странно. Попало, что? Все, едем. Здорово, мужики! Прикольная штучка. Охренеть! Я вся рука в репейнике. Смотри, собрал коллекцию. Так, с кем поделиться? Ты что встал-то, блин? Давай, сейчас все поедут. Вон едет уже. Да, действительно, прикольная дорога. О, еще. Сегодня у нас что-то день этот, эндуро, что ли? Как-то склизить надо. Что, друзья, вот закончился наш прохват в Дубровицах. Откатали мы сегодня хорошо. Думал, что грязи будет меньше. Вообще ее не будет. В итоге пришлось все-таки искупаться в одной луже. По мотоциклу что у нас? В принципе, все в порядке. У меня сломалась ручка. Но я ручку уже эту снял, выпрямил ее, прикрутил обратно, все в порядке. Также сломалась ручка сцепления. Я уже поставил штатную. До этого у меня была неломайка, с Алиэкспресса покупал, ну она не выдержала, там не очень хороший материал. Пробег у нас 142 моточаса, в остальном по мотоциклу все в порядке, все хорошо. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца, я очень старался, надеюсь, вам понравилось. Мы катаемся каждую субботу, поэтому ролики будут каждую неделю, такие вот эндуро-влоги. Всем, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Скоро будет много новых видео.